Всем здравствуйте! Сегодня 25 января 2024 года. И сегодня это коротенький обзор полнолуния, да, которое у нас у кого-то уже там наступает, у кого-то наступило, у кого-то наступит. Но в любом случае сегодня у нас полнолуние. И вот эта энергия, она мощнецкая. Да? Я вот сейчас посмотрела, и что я вам хочу сказать? Сила, власть, могущество, да, управлять. Сегодня произойдут очень глобальные вещи для каждого. Вот я смотрю, это зона роста, да, рост развития. Что нужно сделать сегодня? Сегодня просто нужно не поддаваться на эмоции. Сегодня нужно продумывать логика, две карты логики. И нужно воспользоваться этой логикой. Дальше. Те вещи, которые вы не можете изменить, вы просто должны поставить на паузу. Подождем, да? Иногда нужно подождать не сегодня, а может быть даже 2 недели, потому что здесь 2 недели. И эти 2 недели – это зона роста, особенно материального. Кто будет думать, делать все правильно, без каких-либо эмоциональных всплесков, получит колоссальные результаты, как в бизнесе, так и в работе, так и в учебе, да? Но мы не торопимся, никуда не бежим. Получаем результаты. По здоровью, это у нас спина, да, особенно сегодня. Нужно обратить внимание и не брать на себя лишнего. Дальше, это у нас голова. Ну, это в основном от спины, остеохондрозные проявления. И это у нас обмен веществ. Да, то есть нужно обязательно правильно сегодня питаться, проявить, сдержанность в питании. У кого есть сахар, там, либо склонность, да, не поддаваться эмоциям, не провоцировать и не кушать там какие-то вещи. Партнерские все отношения на сегодня отменяем, да, то есть ни с кем не стараемся завязать отношения, потому что ни к чему это не приведет. Даже если любовь-морковь, то все равно это не даст никаких результатов. Сегодня все будет очень как-то странно, да, плавающе. И смотрите, сегодня еще есть такой момент, это глобальность каких-то вещей, да? То есть в мировом масштабе, да, произойдут какие-то вещи, и вы на них не можете повлиять, говорят, да? Нам остается что? Да, посмотреть, как это будет развиваться. То есть, как будут развиваться те события, которые произошли. Все, это очень коротенько, да, это на сегодня. Все мои ученики могут подправить, да, себе историю, да, и как-то запрограммировать, да, эти 2 недельки, сделав сегодня расклад и перекрыв, да, то есть тем направлением, которое им бы хотелось, да, заладить эти 2 недели. Все. До свидания.